Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Call of Duty Mobile. С вами канал Дариди. Мы продолжаем играть в этой серии. Мы с вами откроем кейсы в этой игрушечке. Надеюсь на ваши лайки и комментарии, потому что это мне очень круто помогает. А что если я сразу... Ну, давайте два сразу откроем. Как это будет выглядеть? Они по очереди? А, две гранатки. Ага. А сколько максимум? Максимум два. Ну-ка. Один раз открывается, но... По два. Ага. Карта оружейного опыта. И кредиты. Понятно. А также у нас есть... Ну-ка, а максимум это сколько? Максимум 7. Давайте 4 откроем. Как это будет выглядеть? А вот, по 4. Уже есть. И что мне дадут? Желтый снег М16. Уже есть. Так, прикольно. Парашют дали. Так, а по одному? Просто один. О, нифига себе. 1 апреля мне дали. Найс. Давайте по одному откроем. Парашют. Слушай, а по одному эпичнее смотрится. Вот такой вот парашютик. Так, ну и последний у нас кейс остался на сегодня. О, портфельчик. Надо по одному было открывать, да? Так лучше смотрится. Это совсем, если у вас слишком много уже накопилось. Так, что мы тут можем сделать? О, новиночка. Новиночка. Давайте поиграем с новиночкой, почему бы нет. 1 апреля, да, берем. Найс. А сюда можем поставить оптику. Давайте поставим оптику. И как раз попрокачиваем наше оружие. Так, тут мы ничего ставить не будем. Единственное, комплекты, да, из комплектов. А где мои перки-то вообще? А, вот они, перки. Можем сюда перк поставить. Давайте перк поставим. А других у меня нет. Только... А, нет, стервятник есть. А, с трупов можно собрать такое же количество патронов, какое помещается в магазин выбранного оружия. Найс. Неплохой такой перк. Так, все, смотрите, допустим, я выбрал, да? Иду назад. Начинаю игру. А, иду в комплекты. В комплекты. А, ну все, тут нормально. Вот в первом комплекте... Я хочу другие модули взять. Где их выбирать-то? Я уже забыл. Так, ну ладно, в общем, я выбрал, да? И нам нужно начать играть. Так, серия очков. А, вот что я хотел, да, вот что я хотел. Вот это поменять. Мне она не нужна. А как выбрать? А, то есть я сначала выбираю, да, допустим, выбираю. Вот. Все, теперь найс. Теперь я готов играть. Начинаем. Подобрали нам команду. Так, опять суровые ребята. Ну, нам нужно поаккуратнее играть. Не как в предыдущий раз. Начало было неплохое, но потом что-то как-то... Потом что-то как-то не очень. Разминка. Так, выбираем комплект первый или второй. Давайте первый пока что выберем. Потом можем в любой момент выбрать второй. Так, ну погнали, чё? Я готов. 3, 2, 1. Выступаем. Слушай, я нормально игру играю. Неплохо. Просто мне вот много чего непонятного вот хочется. О, ёлки-палки. Так, я всё-таки второй раз играю. А, уже третий раз играю. Так, ну все равно. Два раза только играл. Все, занимаем позицию и конкретно отстреливаемся. Так, ждем. Вот сейчас я жму нажимать. Блин. Я жму стрелять, он не стреляет. Не знаю, что меня заклинивает. Так, отступим. Опять не стреляет. Вот из-за того, что он не стреляет у меня, я часто проигрываю. Они снизу сейчас пойдут. Я слышал вас. Так. Можем снайперку взять? Ну, нафиг она нам нужна. Тут лучше, конечно, позицию занимать, да, и охранять ее, патрулировать. Никого нету. Так, что, давайте запустим, попробуем. Полетел дрон. Если он кого-то увидит, он... О, напал на кого-то, напал.
Но я не убил, видимо, ранил. Смотрите, как зажимаем мы. Жестко, ребят, ну что же вы делаете-то? Так, вот сейчас пора отступить. Отступаем. Это противник, я сразу не понял. Сваливаем, сваливаем. Патронов мало, надо забрать у них. Забрать у них оружие. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. А, вон, я вижу двоих. Ну-ка. Блин, промазал. Как я так мог? Так, что, погнали? Откуда стрелять-то, боже мой? Офигеть. Нормально. Где они-то все? Где все враги? А наверх я уже... А, не могу подняться. Валим. Неплохая такая позиция, в принципе. Так, дрон может кого-то найти. Фу! Подбил кого-то. Патрон в капец. А, еще 30 есть. Так, давай поменяем. Это совсем какая-то плохая у него была. АКС-М4 бы забрать. Тем более с коллиматором. Так, в общем, пробуем. Давайте отсюда. Так, вижу двоих. Один. Блин, его уже убили. А, все, я вижу на карте. Смотрите, какой наглый побежал. А, у него тоже огнемет. Слушай, ну это прям суровый огнемет. Он специально бежал с огнеметом. Мощный, мощный, не спорю. Хорёщий обнемётик, хорёщий. Кто там тусуется? Мне кажется, кто-то тусуется. Нет, нету. Показалось. Кто меня убил-то, я не понял. Он меня не добил, я побежал. А, случайно, рикошет. Ну, понятно. Так, то есть это... нет. Выдает местоположение, да, первое? Первый дрон. Самолет. Так, валим, валим, валим. Там кто-то тусует. Я прям слышал его. Так, что у тебя? С коллиматором, без? Я могу как-то подобрать? А, вот, на F. Понятно. Ладно. Можно было время гранат тебе устанавливать? Паразиты 44 убили, спецназ 50. Нормально. Вон гранатка. Но она бы взорвалась, слушай, она бы их убила. Но он первый. Она не успела. А, вот и взорвалась. Сейчас. Он оно как, она просто не успела взорваться. Ну, неплохой это. Неплохая тактика. Отскока. Гранаты. Ребят, пользуйтесь на здоровье, это моя тактика.
Да я шучу. Так. Ну погнали, что дальше? Повышаем уровень до 9. Новые ништяки нам открываются. Понятно, понятно. Так, давайте зайдем в сезон, наверное. Оставить отзыв. Можно просто закрыть. Так, сезон, да, тут мы можем забрать награды 250. Окей, найс. 41 уже левел. Ну так быстро прокачаем. Сезон так быстро прокачаем. Так, перейти. Это все у нас получено. А, третья неделя. Нанести 1600 единиц общего урона в... Ага, это пока не открыто. Это не открыто. Ежедневные задания есть, смотрите, вот тут. Это получено. Сыграть один бой в королевской битве. А, я не играл, да, в королевской битве. Давайте попробуем в королевской битве сыграть. А, вот в королевской битве я как раз и выбираю комплект. Комплект. Комплект оружия. Что бы взять? А КСУ что ли взять? Добавлен. Так, ну все вроде. А, парашют. Это не то, это не то. Вертолет, давайте вертолетик возьмем куда-нибудь сюда. Только я не знаю, как пользоваться этим. Королевская битва, ну все, начинаем. Пробуем. А, мне сейчас команду дадут из четверых человек. Прикольно, слушай, а мне нравится. А почему-то всем не нравится королевская битва? Мне кажется, это самая прикольная битва, слушайте. Ну, мне один человек, правда, написал, что королевская битва фигня. Сейчас я сам проверю и убежусь. Если кто-то считает, что это фигня, у меня есть тоже свое мнение. Может быть, мне понравится. Если мне понравится, то мы будем играть, да? Может, не будем. Мне кажется, круто. Я думаю, равнодушных не останется. Кому-то да понравится оно. Долго, наверное, тут будем искать других игроков. А, время поиска истекло. Смотрите, как интересно. Давайте дубль 2 попробуем. Так, слушай, не находит. Возможно, потом это исправят. Пока что только сетевая игра. Вон, наверное, из-за этого писали, что фигня, потому что она не заходит. Вполне возможно. Так. Можем модули какие-нибудь прицепить. Точность. Глушитель. Понятно. Так. Это один, да? Первый комплект. А, ну вот на этот надо что-нибудь надеть. Слушай, а какой лучше? Смотрите, тут есть урон 75, урон 80. Слушай, а КСУ неплохая такая. Желтый снег. Угу. Допустим, я взял тебя. Вот, с тобой погоняем. 75 урон. Все, КСУ взяли. И... Ой, блин. У КСУ нифига не... А, это спецназ. Надо спецназа менять. Призрак. Возьмем призрака. Так, рюкзак. Можем рюкзак какой-нибудь добавить, смотрите. О, прикольный. Давайте вот этот возьмем. Правда, не очень сочетается. Наверное, зеленый лучше. Давайте зеленый возьмем. Все равно не очень сочетается. Ну ладно. Это нас не остановит. Так, ну все, точность есть. Погнали. Да какая королевская битва? Боже мой, ну что? Сетевая игра, вот. Погнали уже, ну хватит. Комплект. Комплект выбери, вот этот комплект. Как его выбрать? Я не научился пока выбирать. Вот, второй комплект. А где тут кнопка выбрать? Копировать. Выбрать по умолчанию, вон оно как. Все, погнали. Так, подобрали, нифига себе, 30, 26, 27 уровень. А у нас 48 есть новичок. Нифига себе, новичок. Новичок 48 левела, охренеть. Так, ребятки, я побежал. А, вот тут мы выбираем, по умолчанию у нас вот что стоит. Ну все. Все, ждем отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Один. Ой, на этой карте не был. Сложновато для меня это будет. Куда они пойдут? Вы чё полегли-то, боже мой? Ой-ой. Охренеть просто, там кто-то есть, по-моему. Огонек светится. Так, нормально. А у меня грантки-то нет, я не взял. Так, ладно, погнали. Блин, он сбоку стоял, смотрите, какой читер. А, ну вообще... А, нет, он меня так убил. У меня еще рюкзак светится. Так, тут у меня есть пистолет, да? Нормально. С пистолетом мы не убивали еще. Нифига себе он. Ну, видно, что он профессиональный игрок. Вот заныкался тут, смотри, что делает. Вы посмотрите, что он делает. Надо его устранить, он здесь где-то. Отлично. Ху-ху. Неплохо. Так, он вижу. Фу, нормально. Да ё-моё, со всех сторон просто. Не получилось. Ну это, ребята, прям хорошо игра, видно сразу. Это нифига не боты. Долго же он не стрелял. Я мог его убить уже давным-давно. О, смотрите, наступают, наступают. Зря вот так, зря вот так. Я вас вижу. Откуда, откуда он идет? Кто-то засел. Так, смотрим, смотрим, не бежим, не торопимся. Лучше контролировать все. Позицию бы какую-нибудь занять. Чаще бегать надо. Может, наверх побежать? Неплохая позиция. А, дрон выпустил. Почему я убить-то не могу? Неплохо мы их зажали, я думаю. Ой, нифига себе. Это что такое было? Это было опасно. Это турельку установил наш, да, я так понимаю? Неплохо. Турелька его убила. Слушай, ну найс, найс игра. Ой. Фу. Вторичная помощь. Не добил, не добил. Сверху. Сверху лучше позиция. Надо, наверное, вверху позицию занять. Может, как-то обойти это все дело? Погнали. Фу, победа, ребятки. Хорошая победа. Последний убийство. Так я последний? Да, я последний убил. Отлично. Ау.
Легко. Это было неплохо, ребятки. Вот, я уже думаю, я планирую, если игра зайдет на моем канале, то я продолжу снимать Call of Duty, но на канале The Alex Play. Да, ребятки, если хотите поинтересоваться, подписывайтесь на канал The Alex Play. Просто набери на YouTube Alex Play, ты найдешь мой второй канал. Именно там, скорее всего, возможно, я в будущем буду снимать Call of Duty. Пока что там 16 тысяч подписчиков, скоро уже 17 будет. Вот, все зависит от тебя. Если меня будешь поддерживать, если ты подпишешься, я увижу, что ты хочешь продолжение и продолжу. Но уже на ПК. Так, окей, окей. Неплохой автоматик. Мы уже модули можем на него понацеплять, смотрите. Отличненько. Дистанция, правда, маленькая. Нужен нам или нет он? Новые костюмы. Что у нас тут еще новенького? Парашюты новые. Это прикольно с акулой. Что-то еще, да, у меня в комплекте. А, тактическую можем брать гранату. Прикольно, прикольно, слушай. Тут тоже расцветка. А, нет, тут две виды гранаты, да? Светошумовая граната. Какая лучше? Давайте вот эту возьмем. Так, найс. У меня уже прям полный комплект. Тут пока что перка. Не можем взять перк. А что насчет какое-нибудь оружие? Я даже не знаю, какое. Ну, дробовик, слушай, дробовик, чтобы было основное оружие, ну как-то так себе. Тут очень много, ребятки, очень много оружия. Это все мы со временем откроем. А КСУ неплохое. И М-ка. Пулеметик можно попробовать. Давайте лучше в новой серии мы с вами этот пулеметик, я думаю, испытаем. С вами был канал Дариди. Подписывайтесь на канал Дариди, подписывайтесь на канал AlexPlay. Вам понравятся эти каналы, я вам точно говорю. Увидимся в новой серии. Всем пока. Хороших каточек вам.